предыдущей серии. Уже начал сбрасывать, чувствую, вот потекло. На греблю Андрей противопоказано. Ну ничего, мы это исправим. Стоять. Иди вот сюда, присядь. Он пока не готов. Отлично. Красавчик. Мы не будем щадить наших участников. Итак, друзья, мы находимся в любимом месте отдыха всех симферопольцев. Это парк имени Гагарина, и мы здесь неспроста. Мы решили провести именно в этом месте открытую разгрузочную тренировку для наших конкурсантов. Это будет тренировка-соревнование, друзья, так что будьте с нами, следите за нашим эфиром сегодня. Мы устроим гонки на катамаранах. Предварительные заезды пройдут здесь, на короткой воде. Затем победители встретятся на длинной дистанции. Друзья, мы решили сегодня немножко отдохнуть сами, ну и дать отдохнуть нашим бойцам. Но это не просто отдых, это активный отдых и небольшая нагрузочка для сердечно-сосудистой системы. Да, и мы узнаем, кто из наших спортсменов сильный духом и самый вынослив. Самое главное, мы сегодня потренируем сердечко, да? Узнаем, кто выносливый, кто сильный и кто самый бодрый духом. Андрей Валерьевич, да. Куда вас-то несешь? Так плавать буду, вдруг бабахнуться. А ружьишко? А вдруг там хищные рыбы? Ну, давай. Итак, друзья, в наших дружных рядах худышек произошла замена. Это вторая замена в этом сезоне. Первая выбыла Мария Бойчук, но там была ситуация уважительная, семейные причины. Вторая ситуация – это проявление слабохарактерности. В жестокой схватке лень и Станислав Чернявский победила лень. Ну, Анна Хамидулина с честью занимает его место. Привет! Привет! Как настроение? Отлично! Я безумно рада. Я покажу, на что я способна. Все, пришло время вручить тебе футболку. Получил футболочку, да? Да. Все, давай ее обратно, Вань, подержи. Пришло время теперь тебя взвесить. Вот на этих наших специальных акульих весах 90 килограммов, 200 граммов, друзья. Вот так. Ожидала такую цифру? 89 хотела. Но сегодня я позволила себе сосиску. То есть одна сосиска плюс 1 килограмм, запомните. Сосиска? 1 килограмм? Может быть, это была баранья ножка? Мы взвесились, самое время вручить нашу конкурсантку ее личному тренеру. В этом нам поможет, конечно же, наш богатырь Иван. Ване любая ноша по плечу, а тем более Анна Хамидулина. Так что, девчонки, если хотите, чтобы Иван подрез вас на руках носил, набирайте 90 кг. Давно меня такие мужчины красиво на руках не носили. Итак, друзья, пришло время определиться с названиями команд, провести жеребьевку и выяснить, кто же с кем будет состязаться в наших водных приключениях. Как вы называетесь? Акульи дети. Креативненько. Как называется ваша команда? Морские котики. Погромче. Морские котики! Катюня, как же вы назвали свою команду? Глобал стартеры. Глобал стартеры? А вы знаете почему? Глобал стартеры. Потому что на проекте «Акулья сушка» мы сделали глобальный шаг вперед. Ничего и не добавить, правда. Ребят, Ромчик. Как называется ваша команда? Альбионцы из лучшего спортивного клуба «Альбион». Все просто. Как ваша команда называется? Наша команда называется «Три грации». Девушки с веслом. Идем дальше. Влад, как вашу команду назвали? У нас все просто. Шарики. Шарики? Да. Все логично. Ну, вот. Вот один, один, вот другой. Я надеюсь, что шарики не за ролики, да? Нужно их сдуть будет. Все, друзья, команды сформированы. Можно приступать к нашим соревнованиям. Поехали.
Ура! А сейчас самое время провести жеребьевку и узнать, кто же с кем будет состязаться в нашем прекрасном водоеме в парке имени Гагарина. Для этого мы проведем вот такой эксперимент, проверим вестибулярный аппарат у Ивана Подреза. Как он у тебя, нормальный? Отлично, у меня есть справка, что у меня все аппараты хорошо работают. Это прекрасно! А вот теперь мы достаем и узнаем, кто же с кем поплывет и против кого, собственно. Итак, глобал-стартеры. Это вот эти товарищи. Прекрасно, будут состязаться с тремя грациями. Вы готовы? Вы рады? Берите свои бумажечки, идем дальше. Так, смотрим. Морские котики. Морские котики поплывут с акульями детишками. Осталась еще одна пара участников. Пара на пару. Посмотрим. Шарики. А сейчас будет самая главная интрига программы. С кем же будут соперничать шарики? Шарики и альбионцы вместе проведут эти замечательные соревнования. Бок о бок поплывут вот по этой прекрасной воде. Начали. У нас сейчас соревнуются две команды. Две команды, что они немножко забуксовали там. Значит, команда Global Starter и команда Три Грации. Команда Global Starter, по-моему, набирает обороты. И мне кажется, они быстрее уже, чем команда Три Грации. Да, не будем забывать, что в одной команде есть мужчина. Есть мужчина. Есть мужчина. Есть мужчина. Да, не будем забывать. Но он тоже весит 120 или 130 килограмм. Ага, понятно. То есть, в принципе, можно сказать, что он компенсирует как-то свои усилия. Да, да. Да, то есть своим весом усилия он компенсирует, да. Именно так оно и происходит. Ну смотри, там Светлана хлопает в ладоши, мне кажется, это добавляет им скорости. Ну да, я кричала. От страха, от радости или от чего? От наслаждения. Ай ты моя хорошая. Светлана, да что там, Светочка, ты есть наслаждение. Она подбадривает просто. Она подбадривает, да. Да. Хотя должен делать это, наверное, тренер, но... Она, Светлана, работает, наверное, из-за тренера тоже. Мне кажется, тренер Катюня, она, вот смотри, тоже она подбадривает вот, ребят, вот. Поэтому они уже почти на финише. Ну а команда Три Грации немножко уступает им. Чуть-чуть. Во главе уступает. У них Виктор, Виктория Егьяева. Что делать, что? О, смотрите, друзья, что происходит. Команда Global Starter, не зря такое название, мне кажется, да? Global Starter. Стартовали хорошо и финишируют первыми. Вот так вот. Вот, да. Вот и финиш. Global Starter финишировали. И буквально на пару секунд задерживается вторая команда. Ну, победитель может только один. Кардио удалось? Да, да, да. Я сегодня тренировку тренер не прогуливаю. Я работаю просто немножко на другом тренажере. Не, мы старались, мы сделали красиво, как настоящие девочки. Так, стартовали наши участники, наши команды. Заплыв начинается. У нас сейчас противодействие между морскими котиками и акульими детями. Детишками. Детишками, даже. Да. Сейчас команды две разворачиваются, тренера командуют и будут уже ехать по прямой. Мне кажется, самое сложное развернуться на первых порах. Да. Да? То есть да. На это тратится как очень много времени, мне кажется. Да, и кто уже лучше развернулся, тот имеет преимущество, конечно же. Так, сейчас у нас преимущество. Быстро развернулись у нас морские котики. Вот они впереди, хотя они плывут по пресной воде. Да, по пресной воде, во-первых. А во-вторых, там Сюсанна, а ее вес составляет 115 килограмм, не будем забывать. Угу. Вот. То есть ты считаешь, что ее вес прямо пропорционален ее силе? Нажатию на педали? Возможно. Вот позанимались супер, так что мокрые все. Квадры болят. Попа болит, все болит. О, жаргон появился у вас уже. Квадры болят. Да. Ничего себе, сразу видно, что Александр Монтана Егоров не просто пускает вас в зал поселфиться, но и тренирует. Вот, там кто-то помогает руками. Да. Это, кстати, хорошее как бы преимущество. Ну, смотри, там у Александра хороший вес, а здесь у Сусанны. Да. И Сусанна показывает выдающийся результат вместе со своей напарницей, да, Наташей. Вот, я так понимаю, первая будет
Сусанна, да, выиграет у нас глобус. Нет, да, глобус, глобус, да, глобус спорт. Морские котики финишируют. Поздравляем. Вот они, акульи дети. Как ни крути, как их там не подгоняет Маша, все равно они опоздали. Очень понравилось. Все прошло отлично. Отдохнули, покатались. Все шикарно. Я думаю, что просто тренеры, они очень расслабленно себя чувствуют, потому что они просто катались, в общем-то, наслаждались обстановкой. Ответственная миссия, миссия штурманов, мы рулевые. Направляли. Направляли, поддерживали, конечно, мотивировали. Мотивировали. Они давали уверенность в себя, что мы можем преодолеть себя. Впереди еще один заезд, будут соревноваться команда «Шарики» и команда «Альбионцы», друзья, так что не переключайтесь. Так, стремительный заплыв у нас начинают на короткой воде. У нас начинают две команды. Команда «Шарики» и команда «Альбионцы». Вот они. Ну, как обычно. Как всегда, разворачиваются. Сначала разворот. Не такой уж и быстрый, как хотелось бы. Но ничего, посмотрим. Ну, кому-то дается проще, кому-то тяжелее. Значит, команда у нас «Альбионцы». А давай разберемся, где кто. «Альбионцы» у нас по правую сторону, по левую сторону «Шарики». За кого будем болеть? «Альбион» во главе «Роман» у нас получается. «Роман». Да. Роман буквально как настоящий прожженный капитан стал прямо вот пират. Джек Воробей. Да, поднялся в полный рост, чтобы стимулировать своих подопечных. Вот, смотри, Влад Борода не отстает, тоже встал в полный рост, чтобы тоже постараться стимулировать и вдохновить своих подопечных. Вот они. Смотри, такая тенденция пошла, что толстые участники, так скажем, они как-то быстрее достигают цели. Ну да, вот финал. Финал, команда «Шарики», команда «Шарика», «Шарики» финишируют у нас, под мостом проплыли, ну а команда «Альбионцы» в главе с Романом, ну, с улыбкой на лице подъезжают к финишу, не торопясь. Они совершили неплохую, так сказать, пресноводную прогулку. Сейчас у нас будет финал, будут соревноваться сначала наши команды за 4, 5, 6 место. У нас на длинной воде, уже вокруг островка будут они плавать. Ну и, соответственно, первое, второе место, первое, второе, третье место мы тоже разыграем, друзья. Так что оставайтесь с нами. Друзья, сейчас мы будем наблюдать второй этап наших водных соревнований. Это заплыв на длинную дистанцию. Команда «Три Грации», команда «Акульи Дети» и команда «Альбионцы» будут соревноваться за 4, 5 и 6 место. Поехали! Ух, даже не представляю, что сейчас тут будет. Надеюсь, что до финиша доберутся все команды. И даже Бажена Аксенова. А то слышал, что она на маникюр опаздывает. Как бы не сбежала. Так, друзья, начался старт. Три бодрые команды уже начинают задорно двигаться вперед. Команда «Три Грации», команда «Акульи Дети» и команда «Альбионцы». Мы будем преследовать их и комментировать это замечательное состязание. Так, впереди у нас пока команда «Альбионцы». И мы начинаем наше движение. Как думаешь, Вань, они пальму первенства удержат на протяжении всей дистанции? Я думаю, да, у Ромы очень хорошая команда, но я думаю, что все-таки мы выиграем здесь, мы. Рули, куда ты? Я уже сейчас понимаю, что это отличное кардио. Да, это отличное кардио, только нужно делать минимум его час. Мне кажется, мы идем по встречной. Ну, ничего страшного, нас пропускают. Сейчас. О, это акулий блат. А вон акулий сестры и акулий дети. Круче мигалки, нас пропустят. Все, мы разминулись. Теперь дадим путь. Сзади нас преследует команда. Какая у нас команда? «Три Грации». Бодрый капитан команды «Три Грации» Виктория Виктор Ягьяева возвышается над судном. Самое главное здесь грациозно плыть, а не победа. Команда «Акульи Дети» на вираже пытается обойти команду
альбионцы и уже буквально дышат им в затылок. Как думаешь, Алексей справится с этой нагрузкой? Алексей, да, справляется. И, по-моему, очень удачно. Если он еще крутит педали, значит, не все потеряно. То есть, если он еще дышит, это значит... Он может не дышать, главное, чтобы педали крутил. Верно подметил Иван. Хотя, может быть, Алексей ногами не педали крутит, а комаров давит, и за него всю работу делает Бажена? Ну вот команда «Акульи дети» немного не оправдывает свое название, потому что слишком они слабо плывут. На четвертой позиции у нас, как выходит, альбионцы. Ну, уже можно сразу судить об этом. На пятой позиции у нас команда «Акульи дети». И на пятом, на шестом месте команда «Три Грации». Прекрасная гонка. Ощущения просто супер. И главное, что мы тоже попробовали себя в ней. Ведущие тоже не слабаки. Тут Иван совместил слова «не слабаки» и «бла-бла-бла», так что не удивляйтесь. «Слабаки» — вполне литературное слово. И могут, и будут принимать в некоторых эпизодах участие акули-сушки. И самое главное, что они могут одновременно и крутить, и говорить на последних силах. Ай, красавцы! Но все равно зря я на вас полтос поставил. Пришли самыми последними. Отличная работа, Роман. Вы великолепны. Мы гордимся вами. Роман, вы просто совершили нечто невозможное. Отличная командная работа. Ну а этот скриншот можно на любой гангста-альбом поставить. Немногие знают, но это Виктория Егьяева научила Эминема репу. Вы должны между двух этих котелок. Сейчас мы узнаем впечатление у команды «Три Грации», как они прокатились по этой длинной воде, сложно ли было? Конечно, было сложно, но мы достойно держались, изо всех сил гребли, старались. И в итоге заняли первое место. С конца. Ну, не будем уточнять. Сейчас наш зал обязательно займет первое место сначала. И у нас будет в зале два первых места. Вот такая наша стратегия. Первое и шестое, да? Первое и первое. Да. Так, смотрите, вся честная компания альбионцев собралась здесь. Они заняли почетные четвертое и пятое место. Ну, это Альбион, да, так получилось, вот такая команда. Что скажете по поводу этой гонки? В этот раз заслужено первое место. Что и должно было произойти ранее. Вот. Мы лишь забрали свое первое место. То есть первое место, не считая первого, второго и третьего. Конечно. То есть как бы это вторая лига получается, да? Это лучшие из... Элита. Не совсем лучших. Второй заплыв на длинную дистанцию у нас начинается прямо сейчас. За первое, второе, третье место у нас будут соревноваться команды Global Starter, Морские котики и Шарики. Ну а мы с Ваней будем их преследовать и комментировать эту душещипательную гонку, друзья. Первая гонка нашла своих победителей, а теперь пришло время для второго заплыва. Для дополнительной мотивации мы намазали ребят медом и выпустили пчел. Без обид, все ради спорта. Смотри, команда «Шарики» вырывается вперед. За ними следует команда «Морские котики». Так, ну во главе у команды «Шарики» Влад Борода, как настоящий пират, раскачивает лодку и пытается уйти от столкновения. Катюня впереди своей команды. Команда называется Global Starter. А вот здесь уже противостояние жесткое. Все уже из последних сил борются. Вот Светлана уже даже устает, смотрю, на второй гонке.
Так, смотрите, вот очень серьезное противостояние между командой Global Starter и команда Шарики. На первом повороте начал, как говорится, подводить уже руль. Мы начали его вращать, он вправо, она заносит влево. Мы влево, он заносит вправо. Александр, дело в том, что руль тут реверсивный. Я думаю, что в этом состязании, вообще во всех состязаниях, мы с Ваней очень серьезную победу одержали над самими собой. Да. А что творится, а? Не слышу, что она сказала, попробую прочитать по губам. Меня трудно найти, легко потерять, невозможно забыть. Свет, что ты говоришь такое? Ты что, носок, что ли? Ну смотри, Влад Борода. Прямо вот как черная борода, как пират буквально рулит своим суденышком. И он впереди, он буквально идет в притирку с нашим островом. Да, он показал себя тут неплохо. Команду всегда оборачивается назад, смотрит что да как. Кто там на хвосте преследует его. И все контролирует. Вот это, наверное, залог и есть его успеха. И он идет первым. Отлично! Первой пришла команда из зала Power Life. За ними Globus Sport. Второе и третье место. Капитан команды «Морские котики» Александр Егоров опустил руки. Мне кажется, он понял, что все безнадежно. И уже смирился с проигрышем. Наверное, да. Ну а вот наш доблестный капитан Влад Борода и его экипаж празднуют победу. Их встречает знаменитый человек-акула Андрей Шарков. Так, второе почетное место, серебро. Тяжело было? Ну, как бы да, вот как крик вышел, так было и тяжело грести. Одно дело, когда ты на короткой дистанции, ну а здесь взорвались все мышцы. Капитан что скажет? Работали дружно, слаженно. Сил не осталось даже у меня, хотя я сидела просто спокойно, но у меня уже тоже сил не осталось. Ну классно, прикольно. Мы чувствовали ее поддержку и энергию. Вот она, пиратская команда, команда Шарики во главе с капитаном Владом Бородой. Мне было, в принципе, нормально, да и ребятам тоже справились они на ура, я так вижу. Я скажу, что Маша сегодня большая молодец. Было достаточно сложно, но я верила, что мы выиграем, и мы смогли. Это для нас на самом деле сейчас маленькие нагрузки. Посмотрим, что подготовила для нас дальше акуля-сушка. Но сюрпризов и крутых поворотов в этом шоу будет достаточно. Так что пристегивайтесь, будет трясти не по-детски. Ура, ура, ура! Пришло время наградить наших победителей. Это команда «Шарики». Влад Борода Кравченко, предводитель и капитан. Прошу любить и жаловать. Ну и вот его замечательные подопечные бойцы-пловцы Андрей и Мария получают замечательные призы. Две тарелки, пожалуйста, из которых вы будете питаться только правильной пищей. Раз, два, три. Больше бегай, меньше жри. Молодцы! Это... Саша, Драбич, 100! Ладно. Это фальш-старт, ребята. Давайте еще дубль. Акуля-сушка! Куда направляешься? Так плавать будет. А вас-то зачем? Так плавать будет. А ружье? Товарищи участники, хорош там трындеть между собой. Куда? Так плавать же будет. А ружье зачем? А про вас. Вторая команда как называется? Триграция. Да, триграция. Триграция. Вторая команда триграция. Ванечек, скажи, ты не сначала писал, да? Ты же текст не выучил. Работаем. Подождите. Работаем. Ладно, как сказали, ну теплый. Акуля-сушка! Самый сильный ведущий в мире. Во вселенной.